Заканчивает выступление в рывке и лидирует с результатом 148 килограммов. На штанге, напоминаю, 160, и у Пламена Жиляцкого остается еще третья попытка взять этот рекордный вес. Я бы сказал, с запасом. Да, это уже второй мировой рекорд, третий день чемпионата мира. Буквально несколько минут назад этот рекорд равнялся 158 килограммов. И вот он улучшен, превзойден. 160 килограммов. Новый мировой рекорд в рывке в весовой категории до 69 килограммов. И новый рекордсмен мира в этом движении на ваших экранах. Пламен Жиляцков, болгарский атлет. Хороший сбоку. Учебников, кто изучает технику.